Оставляй его здесь, ёпта. Денис, 43-я точка прислала сигнал СОС. Пробили бак и мы, говорит, вытаскивайте нас. Я говорю, ждите. Не знаю, мы на 43-й точке, пробит бак. Бля, как обидно-то, а? А Лебёдка далеко? Просто... Пацаны тоже Лебёдку намочили, встали, что-то постучало на этом самом, она поехала. Сейчас следующий приедет, мы ему скажем, он пусть вытаскивает вас. Вы же ее еще заведете? А не растянешься, чтобы сфотографироваться? Денис, вот эту точку запомни. 43-й, это потом, чтобы закрыть трассу. 27-й. Ну блин, а что, ему по атернотрассе какая? А че, на эти нивы буду делать? Вот так подержи, вот так просто направь на них и все. А я хочу найти рацию. Где рация? А, рация у меня. Рация находится за карьером. Ладно, давай. У них же два бака там. Вот он очковал, кто очковал, тот и пробил. Он больше всех очковал. Так, чё ж сюда никто не едет-то, а? А здесь уже все побывали, мне кажется. Мы приехали такое место. Подожди, а их что, так оставлять? Ну как потом? У вас этот есть? Что вам оставить? Вода есть у вас? Воды нет. Вот кто-то едет. Денис, воду им оставь. Питьевую. Можем отвезти в лагерь. Ну газированную, давай воду им принесите. Выбей, чтобы без клещей хоть нет. Смотри на мотик сейчас. Смотри на мотик. Вау, сел так аккуратно. Кто ползет? Квадрик под стерни. Ну и куда ты едешь? Хорошо, куда пока понял? Да, в дерево как-то. Не, лучше подальше куда-нибудь. Подальше куда? Не, лучше к этому дереву, потому что не хватит. А что, у тебя лебедка заработает? А завтра работает почему-то. Ага. Тут у чёрки надо было. Где? А? Или где? Говорил, Мишай, ну его нахуй эту точку. Да еще подождите, сейчас ну, кто вас вытянет сейчас, выдернет и заведется она. Еще раз ее возьмите. Под другим, блин. Не, под другим не надо как раз. Там вот этот бордюр помешал им, блядь. Рубились до последнего, и тут бах. Понял.